тяжелыми кусками града по непрочному стеклу окна в когда-то, разбросав осколки дней. Ты будешь рада, как зимой ворона виноградной грозди, обессилевший боец приливу злости, море, лету. Я приду, как ходят в гости Винни-Пух и Пятачок, с паршивым виски, опровергнув точных и возможных списки. Оттого ты будешь рада зваться близким человеком, как по духу, так и телом, самым частым знаком при письме, пробелом. Я приду один, без посторонних, смело предлагая заменить тепло от стенки на свое, и с тем останусь мыть тарелки. Оттого ты будешь рада каждой стрелке, что останется на месте, как прохожий у витрин кафе, пока с тобой сложен вместе, будешь рада, да и я, конечно, тоже. Белья покроя, мой затяжной ладони слалом отдал бы что-нибудь. А впрочем, возьмите вы диагонали моей спины, узнают почерк, не спорите, вы, конечно, знали, что просто так в одной постели не станут спать потомки Ноя. Ковчег уплыл, стрижи взлетели, отдал бы что-нибудь такое. Не умей степи, леса и бежит ручеек. Я лежу там в цветах, чтобы согреться. А ирисы – это особая тема. В них свежесть и легкость детских мечтаний. Они заслужили не стих, а поэму. О детстве, о памяти, любви, о сознании. В цветах красота, эмоции, чувства. Они открывают нам новый язык. Цветы – это природа искусства. Мой живой вдохновение тайник. Позвольте пару слов от граммар нации. Пока не начали кирчане драться, мне обратиться к велика, мало и едино русам с таким филологическим вопросом. Рифмуешь ты олдскульно, молодежно, но в Керчи говорить лишь в Керчи можно. А если невзначай сказал в Керчи, стыдись, сиди молчи, матчасть учи. Романс пса Шарика, который зимой сторожит курятник. Я б мог прожить в Керчи, в своем кругу, но у огня на коврик я не готов всегда я дать отпор врагу. Переживу любую передрягу. Я грусть свою оставлю на снегу и убегу в неведомую вьюгу. Мой монумент нерукотворный, своей прозрачности задорной, не бронзой угадал Господь. Он не пошел стезей гранита, из ветерков, без ниток сшита его невидимая плоть. Он легковесен, как тетрадь, зато бульдозером не взять. 5-4. Вторые оценки за подачу, мастерство исполнения. Как вы считаете, насколько наш участник справился? 5-5-5-5-5. Все пятерки. Давайте поаплодируем, это достойно. Мне от тебя нужно только простое привет. Спокойную ночь, когда я ничего не жду. Ни о чем не думаю, ни тем более о тебе. Потому что иногда чего-то бывает слишком много. Мне от тебя нужно, я хочу встретиться. Чтобы волнение перед сном и любовь необъятная к людям, к нелюдям, кошкам, которых не гладишь с детства, а сейчас хочется. Чтобы стоя у зеркала нравилось, и решения складывались в ответы. Мне нужен ты сам, без слов, за руку. Всегда, когда печально и радостно, но больше, когда второе. Чай с лимоном и сахаром бывает очень вкусным, если сладкое становится кислым, а кислое сладким.